Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – взаємовідносини в сім'ї і чи можна уникнути конфліктів. Саме про це ми і поговоримо з нашою сьогоднішньою гостею – психологом Оленою Кітриш. Єлена, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена прекрасная, позвольте вас так называть. Всегда рады видеть вас в нашей студии, потому что вы не только украшаете нашу студию, Елена, но вы еще и даете мудрые советы. Сегодня, как я и обещала нашим телезрителям, мы поговорим о взаимоотношениях в семье и можно ли избежать конфликтов, которые возникают. Конфликты неизбежны, Лена. Но, тем не менее, есть разные конфликты. Есть конфликты, которые, ну, в принципе, поругались, милые бронятся, только тешатся. А есть конфликты, которые разрушают. И, может быть, мы начнем с самого начала. Например, молодая семья, они поженились, отзвучали торжественные фанфары, отзвучал вальс, марш Мендельсона. И вот, наконец, молодые остались вдвоем строить свою семью. Да. И сразу возникает вопрос, кто в доме хозяин? Вот, Анеточка, создается семья, муж, жена, молодая семья. Вот смотрите, даже еще в ЗАГСе, когда они, вот, и кто первый станет на скатерть, да, вот смотрят, тот будет рушник, в доме, да. Да, рушник, вот, кто, тот и будет в доме хозяин. Уже начинается, видите, то есть это уже рождение конфликта? Вот, с первой ступенечки они уже смотрят, кто же станет первый на этот рушник, вот, ну, уже семья, муж, жена. Казалось бы, два человека, но на самом деле фактически это не так, потому что это семья, в семью входит и родители, да, жены, родители мужа. Это целое, вот, целые институты, два соединяются, не только мужчина и женщина, а нужно принимать и учитывать семью мужа, семью жены. А у каждого свои традиции, у каждого свои какие-то взгляды на жизнь. И мы знаем очень часто, да, родители имеют большое влияние на семью. Бывает чересчур большое влияние, чересчур, да, бывает, Елена? Естественно, бывают и такие семьи, где не дают молодым людям как-то начать, как-то проявить себя. Конфликт будет, потому что... То есть он неизбежен, он, да, Елена? Он неизбежен, потому что была любовь, есть любовь, есть влюбленность, но быт уже вносит свои какие-то коррективы. И... Какие-то предпочтения начинаются в еде, в культурном отдыхе. И все это надо учитывать. Жене нравится одно, мужу нравится второе. И, естественно, будет притирка. Так и называется притирка. В принципе, это ничего страшного. Это ничего это нормально, страшного. Да, Елена, никто не начинает все-таки притираться. Первый год будет притирка. Это нормально, первый год. Естественно, если родители это понимают, и меньше как бы давят на молодую семью, меньше, да? Вмешиваются, тогда дело пойдет быстрее и легче. Конечно, если семья сама зарабатывает, семья может себя обеспечить, это большой плюс. Потому что если родители еще помогают молодой семье, естественно, кто в доме будет хозяин? Понятно, родители помогают, но это естественно, что родители помогают. Даже если семья, молодая семья, она хорошо зарабатывает, тем не менее, родители все равно стремятся помочь своим детям. Есть два варианта. Либо родители чересчур давят на семью. Если чересчур, тогда семья должна установить определенные границы. И это нормально. Есть границы. Границы есть у каждой личности и должны быть. Мы должны их ставить, создавать границы. Вот. Потому что если нету границ, нарушается вот та гармония внутренняя, вот тот внутренний личностный комфорт, который должен быть у каждого человека, он нарушается. И точно так в молодой семье должен быть. Должны быть границы. Леночка, а вот границы вы говорите. Угу. Что это такое границы? Как их обозначить, чтобы не обидеть и родителей, да, но и чтобы сохранить мир в своей семье, между в молодой семье? Да. Молодая семья должна четко проговаривать, что им приемлемо, а что им неприемлемо. Да? Вот, так как они уже... Социальный институт, пусть маленький, пусть начинающий. Ячейка общества. Ячейка общества. И, естественно, им хочется проявиться вдвоем. Вот. А родители должны это знать. И они должны чувствовать эту золотую середину.
Очень много хорошего родители могут дать, да, ценности, доброту, любовь. Это все очень хорошо, но вот эту границу не нарушать. Допустим, после 9 не звонить. Вот родители, да, либо там друзьям, вот такая граница. Ну, это уже каждая семья, знаете, индивидуально, какие, что ей приемлемо, а что нет. Второе. Да, да. Леночка, вот про границы, вот вы говорите, после 9, например, не звонить. Угу. Хорошо, когда семья молодая живет отдельно. А если они живут с родителями? А если живут с родителями, естественно, хуже тому, тяжелее, кто на пришел территории, семью, кто пришел в семью. Потому что у него есть две тактики. Он либо будет примиряться, да, идти по правилам той семьи, либо он станет оппозиционером, да, он будет сопротивляться, потому что либо это женщина, либо это мужчина, все равно они хотят быть услышанными. В каком бы возрасте они ни пришли, 19, 20, 30 лет, каждый человек хочет быть услышанным. И если он на территории, но лучше, естественно, это жить отдельно. Молодой семье изначально жить от родителей. Меньше тогда кризиса в семье. И потому что появляется дальше у нас поэтапно ребеночек, да? Да, рождается ребенок, но прежде чем мы родим с вами ребенка, Елена, хотелось бы вот еще один нюанс. Раньше мы знаем, жили вместе целыми поколениями. Угу. Вот так, то есть один дом строился, рождались дети, эти дети вырастали, они создавали свои семьи, приводили жен, и угу. все жили вместе, угу. и все как-то находили консенсус, угу. и все старались жить одной семьей. Сегодня все по-другому. Сегодня как-то все идет на разъединение. Ну, это к лучшему. Немножко да. совершенно другая сейчас другая цивилизация, жизнь, да? другой ритм, другой темп, техногенный век, да, мы видим, все компьютеризировано, много у нас в доме машинки, да, стиральные, разные приспособления, что облегчает, с одной стороны, жизнь, да, молодой семье. Раньше надо было вручную стирать, да, все вот это мазать стены. Сейчас это все намного легче и проще. И, естественно, у молодой семьи появляется очень больше времени, чем было раньше. И семьи стараются жить отдельно. Поэтому жить отдельно. Да. Вот. Ну и вот следующий этап – это рождение ребенка. Ну вот живут они отдельно, и вот хорошо, ну хорошо, вот никто не мешает, ни мама не трындит, ни папа по ушам не ездит, все хорошо, муж, жена, ну вот родился ребенок. Так. И тут только все и начинается, все начинается, да, Елена? Потому что, ну что… Жена больше занята ребенком. Так она просто уходит, ну, ребенок поглощает все. Ребенок поглощает все, и мужу не хватает внимания. И начинается кризис в семье. Кризис плюс одного года, да, мы знаем, есть кризисы. Кризис одного года, кризис трех лет, кризис семи лет. Ну, люди проходят эти кризисы, выходят на ступень выше, вот как-то находят точки соприкосновения и идут дальше. Если не находят, семья что? Рушится. Ну, мы берем вот среднестатистическую семью, рождается ребенок, и жена начинает больше заниматься ребенком, мужу уже внимания меньше. Естественно, начинаются опять же конфликты. То есть потому здесь нужна мудрость. Здесь мудрость женщины. Так, чтобы хватило любви и на семью, и хватило любви и мужу, и на себя любимую, и на ребенка. Это должно быть вот такое грамотное распределение любви между всеми членами семьи. Вот. И по поводу границ, да, вот рождается ребенок. Чем меньше ребенок, тем меньше у него границы, потому что мама, да, возле него постоянно. Чем старше ребенок становится, тем граница его что? Расширяется, и это нормально. Родители часто не дают ребенку вот этих границ, потому что ребенок либо встает идолом в семье, которому все поклоняются, мамы, бабушки, и это может быть тоже своеобразный конфликт. Тогда уже как бы идут за ребенком, вся семья идет за ребенком, вот что он керует в семье, он главный, в доме хозяин может быть главным ребенок. Это недопустимо. К сожалению, это так. Вот знаете, как закон есть в джунглях.
как мы видим, идет стадо, да, вот, допустим, слоны, да, слоненок идет где? Впереди или сзади? Сзади, держа матерь свою за хвост хоботком. Естественно, ребеночек, слоненок идет сзади. Неприемлемо то, что идет слоненок, сзади идет стадо. Впереди идет вожак. Да, конечно. А в семье, в современной семье бывает немножко по-другому. Впереди идет ребенок, ведущий ребенок, сзади идет семья. Куда может завести этот ребенок? В никуда, это путь в никуда. Естественно, вот давать ребенку вот эти границы, знать границу дозволенного, что можно, что нельзя, как, чтобы не было вот этого слияния, знаете, ребенку уже 40 лет, а они до сих пор в слиянии находятся. Поэтому немножко давать ребенку отдаляться, потому что бывают кризисы и конфликты. Вот покуда был ребенок в семье, все было хорошо. Опустевшее гнездо, да, ребенок женился. То есть, когда ребенок вырос, да? Либо ушел, да, в институт учиться, и мы видим следующую фазу, критическую, конфликтную в семье. Потому что опустевшее гнездо, они, муж и жена, привыкли постоянно вот возле ребенка, он как бы их скреплял семью и был вот тем стабилизатором семейным. Вот. И, естественно, если супруги не вышли на тот уровень, да, вот знаете, есть мы говорили в прошлой передаче, mm-hmm. что мужчина и женщина с разных планет. Вот. Разные и люди, совсем разные люди, мужчина и женщина. И вот покуда был ребенок, они этого не замечали. Вышел ребенок, и они смотрят друг на друга и начинают... И смотрят, ты кто? Да. А ты кто, да? А давай знакомиться. Да, а давай знакомиться. Вы знаете, бывает, Анеточка, и такое, естественно. Поэтому, естественно, нужно налаживать вот эту вот связь, вот эту коммуникацию мужчине и женщине на протяжении всей жизни. Потому что люди могут 10-20 лет жить в одном доме, в одной квартире, вот, но так и не встретиться. Вот у Николая Гумилёва... Это очень важно, вы вот такой аспект важный. Да, у Николая Гумилёва есть стихи, очень интересный стих, я рекомендую нашим зрителям, может, в интернете найти, называется «Жираф». Мы знаем, Николай Гумилёв – это муж Анны Ахматовой, они очень любили друг друга, но расстались. Вот. Причин так никто и не знает, но он написал стих, и можно между строк прочитать. И как бы анализ этого стиха, что двое людей жили в одной как бы квартире, да, но влюбленных, но они так и не встретились. Очень важно уметь не только смотреть, но и видеть, не только слушать, но и слышать друг друга. Лена, это целое искусство. Но вы понимаете, жизнь настолько захлестывает, что в процессе жизни, вот этого быстрого жизненного ритма, все это забывается. И поэтому вот эти ваши слова, они должны быть где-то на подкорке и в критический момент срабатывать. Срабатывать, да. Учитывая то, что мы разные. Мы совершенно, у нас разное мышление и у мужчин, и у женщин. Если женщина подумала одно и сказала, да, мужчина может интерпретировать это совершенно по-другому. Ну вот, например, причина конфликта, да? Например, такая банальная. Жена хочет платье. Это нормально, да? Ну хорошо, хоть не шубу. Да, жена хочет платье. Вот, она там увидела знакомое платье и говорит, хочу платье. Вот. Ну понятно, если не будет платья, жизнь кончится. Да, я вы понимаю, же, как женщина, да, понимаете, что для женщины это причина серьезная. Да, хочу платье. И она говорит мужу, вот у подружки там или у знакомой есть новое платье. Как мужчина интерпретирует? Я говорю, зачем тебе платье? Ты и так красивая, я люблю тебя такую в халате и в бегутях. Мужчина, да. Как он интерпретирует? Вот, значит, у ее подружки муж состоялся, он заработал на платье. А я нет. Женщина совершенно не хотела обидеть мужчину, понимаете? Ага. Но в его интерпретации... А вот, он уже себе там что-то он надумал. Уже себе накрутил, что я вот не состоялся, я вот такой. Она здесь думает о рюшах, о платье, а у мужчин уже совершенно. Поэтому нужно так подходить друг к другу, чтобы не обидеть друг друга. Вот. При этом и говорить, знаете, в семье конфликтов избежать нельзя, и не только нельзя, в семье, и на работе. Если мы будем постоянно избегать,
конфликтов, да, мы просто будем ущемлять свое «я». Тогда возникнет конфликт сам с собой. Внутриличностный конфликт. Мы не будем развиваться как личность. Мы будем проживать просто чужую жизнь. Другую жизнь. Мы будем постоянно подстраиваться под мужа, да? Либо муж постоянно будет подстраиваться под жену. А свои интересы? Поэтому должен быть стол переговоров. Стол переговоров в семье – это нормально. Когда мы уже в прошлой также передаче говорили, то, что мужчина не телепат. И вообще люди не телепаты. Они есть телепаты, но это редкое явление. Они читать мысли не могут. Поэтому мы должны садиться и говорить. А лучше сначала разобраться в себе. Вот сесть, взять листик с бумагой и написать, что мне нравится, что мне не нравится. В себе, да? Или в муже. Да, что-то, что мне неприемлемо, да, как бы я хотела. Но не говорить ему «ты такой». Вот, знаете, сразу есть «я» высказывание и есть «ты» высказывание. Вот, например, муж не звонит, да, на работе, и он не звонит в течение дня. Это ужасно. Это уже для женщины это ужасно. Хотя бы раз в день, как бы нам это важно. Вот. И муж приходит с работы, и начинается конфликт, да. Пусть небольшой, но жена говорит: «Вот ты мне такой, ты мне не позвонил». А просто надо прийти, сесть вот за стол переговоров и сказать: «Любимый муж». И начинать от первого лица. Я расстраиваюсь, либо я переживаю, что ты уже мне не позвонил. Сначала сказать свои чувства, что я чувствую, да, раздражение, либо нетерпение, либо тревогу, что я чувствую, когда ты мне не звонишь, чтобы он знал чувства. Вы знаете, когда мы видим, мы уверены, когда мы слышим, мы обознаны, да? А когда мы, самое главное, что мы чувствуем, потому что это можно не увидеть, да, внутри, что там, какие чувства, какие переживания. И мы должны говорить об этих чувствах, но от первого лица. И садиться, и рассказывать, находить вот, вот эти точки соприкосновения и объяснять, почему мне больно, почему мне тревожно, почему мне трепетно от первого лица, не начиная сразу и пошло-поехало. Ну, кстати, мужчины тоже страдают, когда они обделены вниманием. Да, конечно. Мы говорили, что циклично, да, проходит жизнь, эмоциональное состояние у женщин волнообразное, а у мужчины вот сравнивали с резиновой лентой. Да, с резиновой лентой. Мужчина то отдаляется, то приближается к женщине. И бывают вот такие в семье периоды, когда мужчина немножко отдаляется. Вот. И когда он приближается и плотненько ложится, да? И поэтому у нас есть у каждого зоны, личностные зоны. Вот мы говорили, границы у каждого человека должны быть, сформироваться. И даже если мы муж и жена, у нас должны быть также границы и личные зоны. Потому что если слишком... Личное пространство, да, так называемое. Вот если граница слишком хрупкая, тогда говорят, что человек без кожи. И очень легко нарушить его границу. Он не может постоять и сказать четко, твердо, гибко, что нет, вот так вот нельзя, вот так вот недопустимо. Вот знаете, а есть слишком жесткие границы. И тогда муж начинает избегать, либо жена начинает избегать, начинается трудоголизм, либо еще что-то. И просто не хочется возвращаться в такую семью, где-то начинают они задерживаться. Вот. Поэтому эта граница должна быть, ну, как бы средняя, да, и не хрупкая, но и не слишком жесткая, чтобы можно было достучаться, да, друг к другу. Вот. И зоны, также личностные зоны есть. Это целая наука, проксемика называется. Проксемика – это близость. Вот. Личная зона у каждого человека есть. Интимная зона. Интимная и сверхинтимная зона. Да. Как это у вас в психологии все сложно, Елена. Да, интимная зона до 50 сантиметров, а сверхинтимная зона до 15 сантиметров. И вот в эту интимную зону могут нарушить только в двух случаях. Либо близкий мужчина, родственники, либо кто хочет нам причинить какую-то агрессию, какое-то зло. Вот это есть нарушение интимной зоны. Поэтому, когда вот незнакомые люди, и вот они сразу же начинают обниматься,
Естественно, это может человеку не понравиться, потому что вошли слишком близко в его интимную зону. Uh-huh. Вот. Есть личная зона, там 50 сантиметров, 1,20 м. Личная зона – это когда мы где-то на вечеринке какой-то стоим и общаемся. Есть общественная зона и социальная зона. Это уже 3,5 метра, это когда публично выступает. Но именно вот эта вот зона, она также должна быть у людей. Вы знаете, как-то еще когда я училась в университете, вот, нам психолог рассказывала об этих зонах и говорила, что нужно заявлять, нужно говорить о своих желаниях. Нужно как бы не впускать слишком близко в интимную свою зону, потому что может потом быть слишком больно. Uh-huh. Вот, понимаете, слишком может быть больно. Это вот. Правда. Да. И когда мы слишком сильно и быстро и резко раскрываемся, открываемся, это может нарушить также нашу гармонию внутри. Поэтому вот эти вот 15 сантиметров, они должны быть как бы наши и охраняться. Вот. Вот почему иногда так плохо люди чувствуют себя, когда большое скопление народа и толпа стоит. Вот в маршрутках, да, допустим, мы когда едем, естественно, что наша зона нарушается, наша интимная. Вот это вот, еще есть тонкие у нас тела разные, астральная, да, но это тоже целая наука. Вот, и мы можем чувствовать дискомфорт. И тогда наше биополе, а также у каждого человека есть биополе, оно что? Оно начинает разрушаться. Вот. Поэтому эту зону интимную, вот эти границы мы должны учитывать и создавать их у детей. Это должно начинаться с самого детства, учитывать эту зону. Чем старше ребенок, тем зона должна расширяться. И часто бывают конфликты в семье еще по поводу, вот ребенок взрослеет, он уже подросток. Угу. И мы знаем, у него есть своя территория. Вот. И родители могут нарушать эту территорию, могут не договориться, могут, и дети могут в подростковом возрасте потерять контакт с родителями, могут как бы закрыться в себе. Ну, потому что если семья привыкла к тому, что ребенок идол, то, естественно, этот идол, он растет, а хочется ж по-прежнему сохранять и свое влияние, и вот это обожествлять. А он уже не хочет, он хочет уже уйти в свою зону. Да, могут ломать родители, могут ломать ребенка. Вот знаете, как есть крайности разные. Вот. И когда ломают вот эту вот границу, естественно, человек взрослеет, и уже ему потом тяжело заявить о себе, тяжело сказать «нет». Вот. И начинается просто вот это вот внутриличностное нарушение внутри личности, потому что в детстве поломали, не дали сформировать человеку вот эту границу и вот эту вот личностную зону. И вот начинаются уже во взрослом возрасте вот такие вот проблемы, когда человек идет под влияние других, когда у него нету своего мнения. Вот. И также ему тяжело потом и в семье. Человек может проживать либо мужчина, либо женщина другую жизнь. То есть, Еленочка, можно сказать, что счастливая семья, основы счастливой семьи закладываются в детстве. Только и если ребенок растет в счастливой семье, то он и будет строить и свою семью по такому же типу. А если нет, он вырос в неполной семье, он вырос в конфликте, но он очень хочет создать свою семью, но он не знает как. Этот сценарий бессознательно может следовать за ним. На бессознательном уровне он может идти вот точно по той модели, которая была в его семье. Вот так вот ребенок точно так же может нарушать вот эту вот гармонию. Именно если в детстве все идет с детства, все закладывается, весь фундамент личности, вот эти вот границы, вот это четкое умение сказать нет в нужных ситуациях, постоять за себя, сказать свое мнение, это все нужно формировать именно в детском возрасте. Ириночка, у нас осталась всего 1 минута, и мне бы хотелось срезюмировать нашу беседу, и чтобы из ваших уст прозвучал самый главный совет, как все-таки избегать разрушающих конфликтов. Избежать их нереально. Конфликты были, есть и будут. Их нужно решать. Самое постоянное в нашей жизни – это перемены.
самое постоянное – это именно перемены. И они будут и в семье, и в личностном развитии человека, эти перемены неизбежны. Мы сегодня уже другие, чем были вчера. Но главное – это понимать, что мы люди. В первую очередь – это люди. И возле нас также находятся люди. Пусть маленькие люди, пусть это детки, но они также люди. Чем отличаются детки от нас? Маленьким опытом. А так они точно такие, что муж, жена – это также люди, также личности. И стараться жить в одной квартире и видеть друг друга. Не просто смотреть на друг друга, а еще и видеть. Не просто слушать друг друга, а и слышать. Ну вот я желаю нашим дорогим телезрителям любить друг друга, слушать друг друга, видеть друг друга. И все будет очень хорошо. И прощать друг друга. Леночка, спасибо вам большое, друзья мои. Видите друг друга, как сейчас вы видели нашу замечательную гостью, психолога Елену Китриш. И, дорогие мужчины, если жена просит купить платье, не думайте, что она хочет вас унизить. Да купите ей это платье, в конце концов. Друзья, все. Це була розмова на тему. На все добре.